Gracias, chico. Не за что. Вот это круто! Я помогу. Спасибо. Не за что. Слушай, а портрет нового паука тоже будет тут? Мелкого? Ага. Возможно. Просто первый мой герой, понимаешь? Понимаю. Эй, а магазин Тел где-то здесь? Ага, желтая вывеска через квартал. Не пропустишь. Спасибо. Прекрасная работа, кстати. Может, оставите место для новичка? На всякий случай. Конвой. На плот. Хорошо. Плот, конечно, жуткий, зато надежный. Ну, пока все дыры там хорошенько заделаны. Будем надеяться. Ладно, еще немного, и я на месте. Скажу маме, что буду поздно. Майлз, как дела? Получил список покупок? Да, мам. Ага. Но в магазине не было кокосового молока. Я дойду до дальнего. О, спасибо, дорогой. Но не езди в Мидтаун. Там из-за этого конвоя просто ужасные пробки. Ага, хорошо. Увидимся за ужином. Черт! Как Пит справляется со всеми этими тайнами? Я уже весь на нервах. Человеку-пауку защитить тюремный конвой. Легче легкого. Вдох, выдох. Спокойно. Ты здесь? Просто заливаюсь топливом. А как ты пьешь? Очень осторожно. Ну, вперед. Геликс-2, везем тяжелый груз. Понял, Геликс-2, мы вас видим. Это важное дело. Наверное. В том году с плота сбежали сотни людей. Теперь пора вернуть их обратно. Полиция не хочет рисковать. Особенно с нашим дорогим гостем. У нас тут серьезные проблемы. Там тот, кто помогал Октавиусу? Наверное. Может, стервятник, может, скорпион. А может, кто покрупнее. Да, у нас проблема. Погоди, Майлз, дай мне. Не волнуйся, Пит, я смогу. Майлз, нет! Все нормально. Гелик-2,
Геликс-2 вас заносит. Майлз! У нас дисбаланс веса. Берите на 2-3-6. Штурвал не работает. Приготовьтесь! Геликс-2, теряем высоту! Геликс-2 падает! Держитесь, держитесь! Геликс-2 упал! Жертв нет! Груз в опасности! Отправляю обергруппу! Геликс-2, ждите! Пит, друг, прости, я не хотел! Все нормально, мы справимся. Надо только собрать все до... До этого! Привет, Камчатки! Как там дела? 10 за зрелищность, 1 за минимизацию ущерба.
Заголовки завтра в Бьюгл будут просто бомба! Нам крупно повезет, если проблема будет только в заголовках! О, черт, черт, вечеринка! Пит, как-то мне не нравится все это! Зря ты так думаешь! Вдвоем мы точно сможем его остановить! Кстати, об этом! Не хочешь мне помочь? Да! Да! Сейчас! Ладно, Пит! Ну, я справлюсь! Ну, вперед, ковбой! Нет, только не торговый центр! Держись крепче, паучок! Человек-паук! Мне нужна помощь! И у вас тоже! А у тебя есть какие-нибудь мирные хобби? Ловля нахлыстовца на Волге! Это даже мило! Торжество над жизнью и смертью увлекает меня! Не так мило! Поймал! Спасибо! Не за что! Хватит пугать детей! Рождество! Последние 6 лет я встречал Рождество за толстой решеткой! В этом году хочу оторваться! Он угроза? Нет, мягко. Он бездумная угроза! Не звучит. Может, он безмозглая? О, Джона, классный вид! Очень яркий! Угроза! Подлая! Коварная! Чокнутая угроза! Вот здесь! Михо, ты где? Уже поздно. Привет, мам! Кокосовое молоко никак не могу найти. Это то еще приключение. Ты что, бежишь? Да, прости, бегу на поезд. Слушай, сынок, не надо мне брать. Бери молоко и скорей домой. Да, мам. Люблю тебя. И я тебя люблю. Давай, Майлз! Сейчас или никогда! Уже иду! Надо уложить его! Срочно! Да! Да, что нам делать? Поднимем температуру! О, нет, нет, очень плохо! Пит, ты там как? О, нет! О, нет, нет, нет! Порядок! Я его достал! Он идет к тебе! Будь готов! Хорошо. Да. Я только... дух переведу. Я тебя не боюсь! На заметку полиции! Может, не стоит тащить гранатометы к тюремному конвою? Может быть, вообще никуда не стоит их тащить? Ты все усложняешь! Чувак, я пытаюсь вам помочь! Есть!
Они заняли весь мост! Нужен Питу. Надо идти. Эй, Питер, ты как? Слушай, чувак, я гоняться за тобой
по всему городу, это как искать? Как там было? Как искать ветра в поле? Ветра в поле? Нет! Нет! Ненавижу ветер в поле! Ты живой? Вроде. Парни? Класс, просто здорово. Саймон Крик. Шеф по науке Roxxon Energy. Рад знакомству. И я. Простите, кажется, наш мяч угодил на ваш двор. Не, вообще-то вы помогли. Мы только купили участок, хотели расчистить слегка. Но вы нас опередили. Я благодарен. Вам обоим. Разобрался с носорогом. Один. Ты далеко пойдешь. Спасибо. Но он еще опасен. Нет, мы сдадим его полиции. Я считаю, что городу спецвойска ни к чему пока. Не случится что-то такое. О, долг зовет. Был рад с вами познакомиться. Лучшее впереди. Алло? Он прав. Ну, пойдем. Не будем мешать полиции. О, просто... Да. Да, ладно. Спасибо огромное. Биоэлектричество. Ух ты. Если честно, немного завидно. Эй, послушай, я ничего про это не выяснил. Может, провести завтра тесты? Замерить напряжение? Черт, прости, Майлз. Я все собирался тебе сказать. Мне придется отъехать на несколько недель. Это что, шутка такая? Нет. Бьюгл отправляет МДЖ за океан, а я с ней как фотограф. Совместный отпуск-командировка. Вот блин. Слушай, не знаю, готов ли я работать один. Я так облажался в прошлый раз с вертолетом. Зато потом и справился. Ты спас мою задницу, Майлз. Мне повезло. Слушай. Я занимаюсь этим делом уже 8 лет без всякой подстраховки. Представь, сколько раз я косячил. Все набивают шишки. Что это? Подарок на Рождество. Но сперва ты должен принести клятву. О, ну, ладно.